Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Почти полсотни жителей Кирова в этом году попались на повторном пьяном вождении. Всего по области таких случаев было 185, информирует ГИБДД. За это, напомню, предусмотрена уголовная ответственность. Большинство нарушителей были приговорены судами к обязательным работам. 31 гражданин отправился за решетку на срок от 4 месяцев до 2 лет. Одного привлекли к принудительным работам. Трасса 101. Стоимость автомобиля, на который можно оформить льготный автокредит, увеличена с 1 до 1,5 миллионов рублей. Среди других новшеств – возможность попасть в программу не только семьям с двумя детьми, но и семьям с одним ребенком в возрасте до 18 лет. 10% скидка осчастливили и медицинских работников, которые сдают старую машину по трейд-ин. Срок предоставления кредита – до 5 лет. Трасса 101. Министерство внутренних дел одобрило выдачу автомобильных регистрационных знаков, где у кода региона будет иметься добавочная цифра от единицы до девятки. До сих пор в качестве таковых использовались только единица и семерка. Правда, штамповать такие номера сразу не будут. В ГИБДД говорят, что запасы прежних знаков в регионах еще есть. Кстати, власти пообещали не использовать добавочную шестерку в Свердловской области. Ранее некоторые уральские водители заявили о своем нежелании ездить с числом дьявола 666. Трасса 101. Начались испытания Renault Logan третьего поколения. Новинку собираются представить осенью этого года, а в продажу она поступит в начале 2021-го. Как ожидается, машина лишится внешних угловатых черт. В линейке моторов будет бензиновый трехцилиндровый наддувный агрегат, а также полуторалитровый турбодизель. Бортовая сеть будет 48-вольтовой с наличием стартер-генератора. Позже авто обзаведется гибридным двигателем. Добавлю, что сейчас Logan стоит минимум 605 тысяч рублей с учетом скидок. Трасса 101. А Kia запустила продажи нового кроссовера Exceed. Минимальная стоимость автомобиля – 1,5 миллиона рублей. В начальной версии он оснащается бензиновым турбированным 140-сильным мотором объемом 1,4 литра. В топовых версиях присутствует 200-сильный агрегат объемом 1,6. Оба двигателя работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.